Я растерян, может мне уехать, повернуть свои гастроли вспять. Мне, увы, не стать Эдитой Пьехой. Дай-лай, май-лай, или не стать. Я постоянно работаю. И творческий организм, и физическое состояние, и связки постоянно находятся под нагрузкой. Это как мышцы у спортсмена. Я не даю возможности расслабиться себе ни в творческом отношении, ни в физическом отношении. Я постоянно нахожусь в работе. И, по-моему, это только меня и поддерживает. И потом меня никогда не обескураживает успех моих коллег. Всегда стремлюсь не отставать от них. Меня подстегивает успех моих коллег. Разве так улыбаются? Разве так одеваются? И поет не в кроссовках он, этот самый Кобзон. Я, видимо, никогда не задумывался и никогда не акцентировал свое внимание творческое на том потреблении, которое мне предлагала аудитория. То есть не меня вела аудитория за собой, а я пытался ее вести за собой. Для меня всегда ориентирами были мои предшественники. Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Лидия Русланова, с которыми мне посчастливилось дружить, работать. В жизни всякое водится, вкусы часто расходятся. Вас приветствую песней я, ваш Иосиф Кобзон.